Танцующие снеговики, клоуны-хоккеисты и поющие белые мишки. В Иваново приехал цирк на льду «Айсберг». Премьера шоу состоялась в минувшие выходные. Почти 2,5 часа драйва, захватывающий дух выступлений милых животных и талантливых артистов. Авторы программы добавили в каждый номер световые и лазерные эффекты, а также 3D-мэппинг, объемные проекции на манеже. Мне понравилось, когда там девушки, они ездили на коньках и делали какие-то номера акробатические. Нам очень понравилось, эмоции просто вообще зашкаливают. Все здорово, все классно. Мне понравились гимнастки. Они здорово, красиво катались. Были в красивых нарядах, да? В красивых нарядах. Они были очень красивые. И громко хлопала. Да. Молодец. Громче всех. Когда на сцене появилось огромное вращающееся колесо, весь зал замер. Этот экстремальный номер считается очень опасным и требует большого мастерства исполнения. Он называется «Колесо смелости», и никакая страховка для артистов не предусмотрена. На высоте 10 метров акробаты ходят с закрытыми глазами по крутящемуся колесу и даже прыгают по нему на скакалке. Умиление зала вызывали белоснежные самоеды в красных шарфах, которые научились выполнять трюки на льду. Казалось, что послушные собаки понимают хозяйку без слов. Мне понравились, как выступали собаки. Ходили паровозиком. Мне это очень понравилось, это было очень забавно. Собачки делали разные крюки и все в зале хлопали. Ты знаешь, что будут медведи, да? Да, я знаю. Там будут белые, наоборот, белые медведи. Не страшно. Конечно, они захисники. Вся цирковая труппа долго перестраивалась на ледовый формат шоу. Все номера нужно было адаптировать под коньки. Гимнасткам пришлось особенно непросто. Представьте, каково выполнять в воздухе трюки, когда на ногах лишних 6 килограммов экипировки и острые лезвия. Манеж залили настоящим льдом, которому очень радовались звезды шоу. Белые медведицы Умка, Мотя, Кнопа и Дора. Все артистки со стажем. В команде дрессировщика Юрия Хохлова выступают больше 20 лет. «Цирк на льду» – единственное шоу с белыми медведями в мире. Я просто с ними общаюсь в работе. Я, вот, допустим, Моте там, я говорю, ползи, любимая, ползи ко мне, хорошая. Там, то есть разное. Это могу, как говорится, да, и поругаться так немножко. Это все это, ну, если там где-то выкаблучиваться начинает. Абсолютно просто диалог. Диалог как с человеком. Я с ними разговариваю. Юрий рассказывает, животные очень умные, с отличной памятью и своенравным характером. Медведицы любят публику и аплодисменты. Поэтому, когда пойдете на шоу, хлопайте погромче. Цирк гостит в Иванове до середины января. Приходите в цирк. Здесь классно и здорово.